Всем привет! Сегодня у нас будет обзор модов по игре Nuclear Throne. Ну, для начала покажем, как установить вообще моды. Вот и вот здесь вот видите папку. Это папка, короче. Короче, Рика, смотрите-ка. Мы должны по ярлыку нашей игры нажать на правую кнопку мыши. Если у вас Windows 11, то нажмите расположение файла. Просто нажмите расположение файла. Если у вас не Windows 11, не Windows 10, просто нажмите расположение файла. Здесь... оставьте вот эту вот папку. Вы должны будете на сайте itch написать... Nuclear Throne Together. Ссылку оставлять не буду на сайт. Ищите там, ну, Nuclear Throne Together, скачивайте его, и потом у вас скачивается архив. И в архиве вы добавляете... Вы должны извлечь архив. И в папке, когда вы извлечили архив, добавить все файлы архива, ну, все файлы папки, нажали на кнопку расположения файла в Nuclear Throne. Вы должны будете файлы из папки NTT Together вставить в папку Nuclear Throne. Ну, когда мы расположили файл. Вставить туда все. И найти вот... Сейчас найду. Вот эту вот фигню. Ну, не фигню, а... Вы должны будете нажать на NTT. Найти NTT Assemble.exe. И когда вы туда запустите, нажмите на кнопку 1. Это просто маленький тюториал вам расскажу. И когда там скажут, вы можете закрывать это, то означает, у вас установлена сама база, чтобы можно было установить моды. Как установить моды? Мы должны будете найти, вы, наверное, не видите, вот такую вот папку mods. Когда вы на нее нажимаете, вот сюда мы должны будете вставить. Это вот мои моды. Мы должны будем сюда вставить моды. Моды скачивайте с того же сайта itch. Ну и как загрузить сами моды? Чтобы загрузить моды, мы должны будете... Значит, чтобы уже скачивать игры, нужно будет зайти найти второй exe файл, который называется NTT. Ну или Nuclear Throne Together. И в него уже заходите и просто ищите. Не через Steam и не через официальный АПК. Через вот этот вот АПК файл. И чтобы... когда вы загрузили мод в папку mods, вы должны будете в чате, если нажать на Т, вписать вот slash. Сейчас. Вот так вот. Вам скинут команду, но вообще... Нужно, вот, если у вас эта папка, то вы вписываете вот. И если у вас это не папка, а файл, то вы должны будете вставить моды. Вот мод. И дальше пробел и название мода. У меня будет мод не в папке, поэтому пишем просто лот и название мода. Ну, я как бы буду здесь записывать обзор модов. Ну, пишем обзор. Ну, пишем название мода. И мод Big Bandits. Добавляет того самого первого босса.
У него вначале вот эта пушка. Корон, я сам за него заучу. И у него 100 хп. И он не может менять оружие. Сейчас. Я выключу на нем корону. Если под этим видео будет хотя бы 10 лайков, то я сниму второй тьюториал на Картрона. Ну, геймплей записывать буду, показывать. Ну, давай начнем. Геймплей. Какие у него способности? Он может делать вот такой вот рывок. Вообще просто Соник. Я звуки поугромлю, потому что они слишком, надеюсь, громкие. Вот такие. Следующий мод. Мод. X10. Один из моих самых любимых модов. Вообще просто он для того, чтобы просто повеселиться. У нас здесь добавляется персонаж. Вы, наверное, сами поняли, что это за персонаж был. И у всех персонажей, обычных и Биг Дога, есть все X10 мутации. Блин. Все X10 мутации. Так, у меня здесь немного запись оборвалась. И я для того, чтобы немного запомнить, просто стал здесь вторую. На секунду. Ладно, Биг Дог. Что это за персонаж такой? Вы, наверное, уже знаете, что за способность, но я вам расскажу. Что за способность у него? У него много хп. Он может крутиться. Ну, свою атаку использует. И ракеты. Менять оружие он тоже не может. И у всех персонажей, как я уже говорил, X10 мутаций. Ну, вот, допустим, как выглядит Биг Дог. На каждом персонаже я буду проходить первый уровень. Так, два мода я вам рассказал. Следующие два бонда вы решите сами в комментариях. Выбирайте Hard Mode мод, я вам расскажу, что это за мод. Или NTTE. Ну, эти моды вы, короче, выберите сами, какой из них делать обзор. Так... Какой? Давайте начнем с... Не начнем ничего. Сейчас я подумаю, какой еще мод. Какой еще мод есть. Ладно. Два мода рассказал, установку рассказал. И следующие моды.
три мода будут в следующем видео. А первые два мода, которые я вам сказал, типа хардмод или NTE, вы выберете сами. Ну, а на этом все. Пока всем.